Мы с Катей две огромные задницы. Если не мы найдем проблемы, то они нас запросто смогут найти. В предыдущей серии Катю выписали из больницы, и вроде кажется то, что жизнь наладилась, но нет! Как только ее выписали, с нами произошла некая беда. Нас похитил таксист и отвел в безлюдное место, где с своими корешами хотели нас ограбить. Но преступник оказался небольшим дураком. Он не закрыл машину, а я не забоялся, взял яйца в руки и уехал туда, куда глаза глядят. А после этого в его машине я нашел 8000 рублей. Нам осталось найти 4000 рублей, и мы наконец-то сможем снять квартиру и перестать жить на улице. А то я воняю, как квашеный пельмень, да и Катя, как потрепанная курица. Конечно, несколько недель душ не принимать. Кать, свистеть не умею! Алкаш! Алкаш! Заходи! Выходи гулять! Алкаш! Алкаш! Выйди на балкон! О, выходит, выходит, выходит! Короче, да, так, мы его сейчас обрадуем. Алкаш! Если что, у нас уже почти есть бабки на квартиру. Если мы сегодня сможем заработать еще 2 косаря, то мы прямо сегодня у тебя арендуем твою хату! Понял? Прикинь, прям сегодня. Да, прям сегодня. Кать, мы реально сегодня уже сможем жить с тобой, если заработаем прям поближко. Ты посмотри, как он обрадовался, посмотри на него, аж прыгает там на балконе. Подожди. А сколько время? Сейчас, подожди. 3:27 уже. А ты в курсе, что нам на работу как бы надо? Ёпсель-мопсель, задрёпсель. Напхана. Ты проспала, меня не разбудила. Вообще-то это твоя идея была идти к алкашу. Надо сначала было заработать, потом идти уже. Так мы его просто обрадовали, что... Алкаш, ты там убирайся давай! Мы вечерком зайдем, давай быстро в Макдак, быстро, Катя! Я не могу быстро. Ты давай быстро! Ты так... Почему ты так быстро бегаешь? Потому что нужно спринт включить в Майнкрафте. А. Да, молодец, я тебя уже учил. Иди сюда, шмотки надевай, шмотки сразу давай надевай, чтобы сразу за работу взялись. Короче, опять за этих бездельников всю работу выполнять. Он там опять орёт. Он опять орёт. Чёрт. Так, давай, Кать, ты приспрячься. Давай ты первая забегаешь, я за тобой. Давай на счёт 3, ты первая. Давай. Или вместе давай. Давай вместе на счёт 3. Вот сюда, я сюда. Давай, раз, два, два. Три! Давай! Ой. Собаки опять опоздали, уволю без работы. Извините, пожалуйста, мы опоздали, мы проспали чуть-чуть, но всего лишь на 26,5 минут. Простите нас, пожалуйста, пожалуйста, последний раз, пожалуйста. А где вторая собака? А, в смысле? А ты что не зашел, дебил? Ты где? Мы договорились вместе забежать, ты иди сюда, собака! Посмотри на него! Я прикинь ему, говорю, давай вместе забежим, а он не забежит. Жабожал. Менеджер, извини, пожалуйста. Она меня выгнала на улицу, сказала, чтобы я там ждал, она все свои проблемы решит сама, поэтому я как бы доверился ей. Вообще-то не сказала, что мы проспали. Да. О, хорошо. Все, извините, это последний раз. Все, иди убирайся. Иду, а ты давай заказ уйди, иди быстро. Иду. Дебил. Дура! Сам там. Сама такая. Отстань. Пристань. Опять нас свинячили здесь по писяки. Свободная касса. Они тут котлету из бургера на пол уронили. А потом Капец, я за... козлы. Не козлы, а свиньи. А свиньи. А потом за ними убирать. Почему тарелки на полу? Ой, ёпер, СТ. Ой, кошмар. Свободная касса. Так, а ты что, блондинка, смотришь на меня? Свободная касса. Чё-то сегодня Подходи. Как-то мало посетителей. Вряд ли, Катя, мы с тобой сегодня сможем 2 куска заработать, чтобы за хату заплатить. Подожди, нам сколько осталось? 2000! Ну смотри, я сегодня заработаю 1000, ты 700 за сегодняшний день. А где мы еще 300 возьмем? Блин, ну давай, я не знаю. Подожди, Кать. Дедуль, у тебя шило в заднице, да сядь ты уже, что-то по столам бегаешь, я потом за такими пописяками, как ты, собираю, ты выхухоль залысинская. Бургер! Бургер дай! Дедуль, у нас здесь самообслуживание, вы идете на кассу, делаете заказ, на кассе вам выдают заказ. Картошку фри! Дедуль, идете на кассу,
кассе делаете заказ, вам выдают за... Да ёб пересете. Соус! Не кетчуп! Терияки! Прием из космоса! И у вас тоже слуховой аппарат не работает. Дедуль! Воу, воу, воу! Идете на кассу, делаете заказ. На кассе вам выдают заказ, и вы приходите и жрете. У нас здесь нет официантов. Дедуль! Ферштейн! Колу мне! Ёшкины каталки. Кать, у нас здесь какой-то дед из Второй мировой пришел, ничего не слышит, контуженный. Просит колу, принеси ему, пожалуйста, колу и принеси ему бургер. Это вот за тем столиком сидит, да, который? Да-да-да, вот за тем, за стенкой. Ой, блин, давай, ну давай, давай, давай. Сейчас. Так, я это выброшу. О, сюда. Развелись деды нынче. Сейчас, сами дед, все будет! Во-во. До кассы дойти, кошмар. Все, бегу, дедуль, бегу! Давай, 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 ставь ему, сейчас я уберу здесь тарелку. Давай, ставь ему. Так, какала и бургеры. Какала. Спасибо, спасибо! Да не за что, не за что, не за что! Все, Кать, давай, иди на кассу. Не за что, не за что! Ой, капут, Катя, где мы 300 рублей? 300 рублей, где мы с тобой возьмем 300 рублей? Вот скажи мне, пожалуйста. Я не знаю, давай листовки пойдем раздавать, там свиндопашня открылась, там, может, нужны работники. Кать, уже ночь на улице, какие листовки? Да и тем более, реально... Да, алло! Ты чё наглый такой? Да я тем более как бы не хочу сегодня в очередной раз на улице спать. Я уже хочу нормально на кровать лечь, на матрасе поспать. Мне 5 бургеров, 6 картошек фри, 3 кетчупа, 2 кока-колы. Картошек фри. Картошек кури. Мальчик, ты не объешься? Мальчик, ну, Кать, ты на него посмотри, мне кажется, он с самого рождения уже объелся у маминой сиськой. Да. Давай, давай, иди, Кать, ему тащим. Идите, садитесь, когда заказ принесут, мы вас позовем. Так. Слушай, Кать. Да. Иди сюда, иди сюда, я здесь возле кассы стою. Иди сюда, иди сюда. Отойди, блондинка. Кать, да он какой-то... Вот, а вот это, походу, его внучок. Он такой же контуженный, как я вижу. Кать, у меня есть план. У меня есть план, как зарубить еще 300 рублей. Как? Сейчас. Подожди. Держи тарелку. Ты что там делаешь? Сейчас, подожди. Как говорится, чтобы выжить, надо по головам идти. Сейчас мы по головам и пройдемся. Сейчас, Ой, ура! Сейчас, подожди. Ах ты, кобыляка 100-килограммовая, ты посмотри, ты стул сломал! Стул сломал! За случайно по зубам дают нечаянно, как говорится. Вот стул сломал, в тюрьму сел, ФСБ приехали, администрация города приехала, налоговая служба, пожарники, полиция, учителька твоя, классовщица из школы приедет, наругает маму, папу в школу вызовет, посраки ремнем надает, в летний лагерь не отправит. Короче, попал ты, чувак. Артемка, значит. В общем, Артемка, доелся ты своих картошек фри с кетчупом. Доелся ты. Все! Катя, иди сюда! Катя, иди сюда! Кать! Подождите, Артемка! Кать, подыграй мне. Что делать-то? Вот это, Артемка, разрешите представить, это директор нашего Макдональдса. Екатерина вот Выхухляцкая. Вот, Екатерина Выхухляцкая. Выхухляцкая. Здравствуйте, да, я директор всех Макдональдсов в этом мире. Да, здравствуйте, что такое, что случилось? На руку он сломал стул. Вы сломали стул, молодой человек? Вы понимаете, что это как бы грозит вам... Уголовным делом. Уголовным делом грозит. Не надо. Надо. Да, ты, Катя? Сейчас, подожди. Надо! Все, уголовный срок! Или подождите, ладно, Екатерина Выхухляцкая. Ну, мы как бы с ним можем договориться. Все же, ну смотрите, мелкий такой юнец. Мы же сможем с ним договориться. Ну, это как бы штраф. Это штраф. Пройдемте со мной. Пройдемте. Екатерина Выхухляцкая, вы тоже проходите со мной. Да-да-да, вот чтобы как бы без лишних глаз. В общем, Артемка, или колония строгого режима, или я сейчас звоню твоей маме, скажу, то, что ты пришел в Макдак, не надо. Надо. Да, пришел в Макдональдс, стул сломал, родителя обжираешь, маму-папу обжираешь, наверное, все деньги тратишь как раз-таки на картошек фри. Екатерина Выхухляцкая, что мы с ним будем делать? Какой штраф?
Ну, я думаю, как раз таки вот, ну, это стул, да, плюс-минус ножки, как бы 3-4, ну, тысяча, тысяча денег. Плюс-минус моральная компенсация, тысяча денег, ну, или колония строгого режима, да. Что выбирайте, скажете? Артёмка. Вот да, да, Артёмка, что скажете? У меня здесь есть... Сейчас, Катя, сейчас всё будет. Что у вас есть, молодой человек? Продемонстрируйте, пожалуйста, 1000. Ну, извините, да, извините, сегодня без картошек фри, сегодня без всего остального. А, утекайте с городу, молодой человек, пока мы вас не посадили. Екатерина Выхухляцкая, хорошо сработано. Дай пятюню. Ты офигел, блин, вообще-то что сейчас было? Кать, я, сам того не подразумевая, посадил Мелкого на диету. Он пришел затащить 6 бургеров, в итоге сегодня он скинет несколько там тысяч калорий. Кать, я забочусь о его здоровье. И что теперь ты дальше будет? А теперь, как бы уже ночь на дворе, рабочий день подошел к концу, менеджер сейчас нам даст зарплату, и мы потопаем к алкашу и снимем квартиру. Пойдем. Ну подожди, иди сюда, Катя. Рабочий день окончен. Мы сегодня с тобой немножко проспали. И нас чуть-чуть не уволили из-за этого. Чуть-чуть. Если мы завтра проспим, то завтра нас чуть-чуть уже уволят. Поэтому я предлагаю что сделать. Каждый лайк — это один звонок будильника завтра. И каждый лайк ускоряет выход новой серии «Семейки блогеров» Екатерины Выхухляцкой и вот меня на 1 минуту. Кать, сколько набираем лайков, чтобы сразу же вышла новая серия? Скажи, подожди, пожалуйста. Ну чтобы нам проснуться, наверное, нужно... 1027 будильников. Так, ты зажралась. 20 000 набираем и сразу же, ну хотя, я поверю Кате в этой серии. Набираем 27 000 лайков, и что, Катя? Будет 27 000 будильников. И, конечно же, выйдет сразу же новая серия, если ты ее прям ждешь. А мы, Катя, с тобой потопали. Давай. Менеджер! Гони бабло! А, ну, в смысле, это как бы зарплата наша? Зарплата. Да, рабочий день подошел к концу, получите зарплату. Опа! Да, давай. Вот, когда баба в семье больше зарабатывает, чем я. Прекрасно. Катю штукарю, у меня 700 рублей. Все, удачи, менеджер, до завтра. Или до послезавтра, там уже посмотрим. Давай. Катя, у нас есть... Дай бабло. Быстро. Ой, зарабатываешь, приходится все отдавать. Кать, мы как бы с тобой сейчас будем снимать общую квартиру. Я хочу туфли новые вообще. А я хочу девку, которая не будет хотеть туфли новые, когда мы с тобой бомжуем на улице. Как бы видишь, у каждого свои прихоти. Ой, бомжевать можно еще в красивых туфлях. Ага, ну вот, ты будешь бомжевать в красивых туфлях, потом эти красивые туфли вот увидят другие бомжи и снимут у тебя эти красивые туфли, пока ты спать будешь. Надо думать, Катя, наперед. Подожди. Чё? Смотри, мы сейчас будем заходить сюда, как в свой дом. Первый раз, да, наша квартира, давай, проходите, Екатерина Выхухляцкая. Я сейчас тебя реально буду Екатерина Выхухляцкой называть, ты не против? Эй! Даже в жизни я тебя буду так называть. Я буду называть тебя Эдуард Пропиздонович. Ты вообще охренела? Иди сюда, скука голубая, иди сюда. Я пропустила этаж. Вот, а, да, скука у нас тут голубая, это, точно. Я до сих пор не понял, что... А зачем ты... Извините. Вот. Алкаш! Алкаш! Сними одежду, Катя. Как? Сними, надо просто ее снять. Вот. Какой ты? Алкаш! Да я бы... Да ты заколебала уже! Вот это самое, ломать дверные звонки. Алкаш! Мы принесли бабло. 12 кусков. Ты с ума сошел? Ты смотри, как он уже обрадовался. Ты выбухал все, что у тебя только в запасе было. Алкаш! Кошмар. Ты посмотри на него. Иди сюда, Кать. Мы еще даже квартиру не успели арендовать, ты уже выбухал, просто отпраздновал, да, здесь все? В общем, держи свои 12 000, у нас есть месяц. Гони ключи, сваливай отсюда, алкашня. Ключи гони. Да не бутылки, а ключи. Ключи давай, вот, молодец. Все, давай, проваливай. Алкаш, через месяц встретимся. Давай. Да давай ты вставай, давай, вставай, разлегся здесь. Все, давай. Торжественно. Я... Вручаю наши ключи нашей стенке и вешаю ее вот прям туда на гвоздик. Опа! Ура!
Опа, Кат, я тебя поздравляю. Нам, конечно, здесь это все бутылки нужно собрать. Хотя... Подожди, знаешь, что я хочу? Чё? Пошла в душ. Я бы на самом деле бы тоже пошел, если бы здесь нормально вода работала, посмотри. Она не работает, да? Я тебе говорил, то, что вода здесь не работает. Он, походу, за коммунальные услуги не платил. Можешь вот в раковине помыться. Или в тубзилямбе. Тогда ну, знаешь, что, я пошла спать. Хотя бы слив работает. Первый раз за не знаю сколько дней... Да подожди, телевизор включил, Мстители какие-то здесь играют. Мне кажется, здесь только один канал. Опа, все, давай спать. Ложись, Катя. Как ложиться на кровать? Туловищем. У меня не получается. F5? Вот так я легла? Ну, знаешь, нормальные люди, в принципе, ногами туда вниз ложутся. А ты ногами на подушку. Подожди, вот, молодец. Лечь? Вот так, да. Кать, тебе 21 год, ты ложиться не умеешь в этой жизни. Я не могу лечь, ни шип не работает, ни пробел, ничего не работает. Ну ты же в реальной жизни, когда ложишься на кровать, шифт никакой не нажимаешь, просто возьми туловище и шандарахнись на кровать. Подожди, тут написано залипание клавиш включить или нет, я несколько раз шифт нажал. Кать, ложись на кровать, ради всего святого. Сам лячь? Да я лягу как раз таки, я лягу. Ты стоишь. Я лягаю. Кать! Что? Ты, походу, там на своей кухне в маке бургерами, да, обдышалась? А зачем ты к соседям-то пошла? До ремонта! Черт. Они спят уже там. Я здесь остаюсь. А я сейчас проверю, есть ли у них вода. Я помоюсь заодно. Ну, кстати, хорошая идея. Падать туда к соседям. О, сколько у нас здесь работы? Это же все после пожара. Я просто не знаю, сколько здесь у нас еще бабла уйдет на то, чтобы это все отремонтировать. Кать, ты там давай мойся, я буду серию заканчивать. Хорошо. Подпишись обязательно на канал, чтобы не пропустить новую серию, как только она выйдет. И, как я уже сказал, ставь лайкусик, чтобы она вышла как можно скорее. Я, Эдуард, как ты там сказала, Катя? Пропиздонович. Эдуард Пропиздонович и Екатерина Выхухляцкая. Горим тебе огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока!